что очень прям малое количество. Что я вам предлагаю? Уже вам показывал. А, либо мы, соответственно, набиваем ножку лоу-киком, да, там раз, два, и, ну, соответственно, это надоедает, что начинает делать? Поднимать, да? Правильно, правильно, поднимает. Авдеев знает, это его любимое. Он поднимает, ставит щит, правильно, да? Так. А, соответственно, что мы делаем с вами? Мы намеренно, целенаправленно загружаем эту ногу. Бам, туда двигаемся. Бам, поднял, да? Уже все. Опять там, бам, туда. Потом на третий раз, на четвертый в бою, да, в спарринге, мы уже целимся не на переднюю ножку, а на заднюю сюда. И, соответственно, выбиваем. Для полного эффекта можно добавить ручки туда еще немножко. И работаем. Раз, два, пах, туда. Выбиваем. В бою это будет выглядеть и в спаррингах эффектнее. Почему? Потому что не будет ожидать. Да, он будет жестко стоять. Раз, жестко, он сделает просто щит. Он же стоит жестко на этой ноге, да? Жестко. А когда мы выбьем эту опору, он вылетит. И работаем так. Через левую руку дергаем. Бам, опять. Бам. Оп, поднял, да, опять. Дергаем. Оп, бам. Понятно, что делаем? Домой. То есть заднюю ножку высекаем. И еще такой момент. А, когда вы делаете подсечки, бывает что? Просто ножка улетает в сторону. Ну, чаще всего у вас, да? Да, можно второй раз, либо также целимся на подсечку, но под дальнюю ножку. Вот сюда, это чуть сложнее. Тоже через левую. Дергай, дергай. Пах. Понимаете? Но сейчас делаем через лоу, выбиваем и также высекаем через заднюю ножку сразу. Понятно? Попробуем. Поехали. Спасибо, говорю. Сейчас.